Настоящая поэзия – это всегда езда в незнаемое, говорил поэт Владимир Маяковский. И привлекает она прежде всего молодых. Молодые люди, увлеченные поэтическим творчеством, писанием и чтением стихов, выходят к микрофону, чтобы поделиться своими чувствами с ровесниками. Муниципальный конкурс «Свободный микрофон», организованный молодежным центром «Континент» и управлением по делам молодежи Славянского района, был посвящен на этот раз теме «Молодые герои наших дней». Для 23 ребят из города и района участие в конкурсе – это прекрасная возможность пообщаться с единомышленниками, обрести новых друзей, получить от компетентного жюри оценку своего творчества. Возвышенная тема конкурса продиктовала необходимость приглашения человека, который работал с молодежью уже более трети века назад. Первый секретарь Славянского горкома ВЛКСМ во второй половине 70-х Владимир Кокуркин рассказал ребятам о романтике комсомольских строек, о том, как и чем жили молодые люди 70-х, ответил на вопросы конкурсантов. Есть хорошая одна мудрость, старинная, русская. Тот, кто думает о завтрашнем дне, тот растит хлеб. Тот, кто думает на 10 лет вперед, тот растит сад. А тот, кто думает на века вперед, тот растит хорошее молодое поколение. Затем началось чтение стихов. В первый день марта в малом зале городского дома культуры царила атмосфера весны и поэзии. Учащиеся с энтузиазмом декламировали стихи известных поэтов о самом главном, о любви к большой и малой родине, о благородстве и чести, которые делают молодых людей настоящими героями. Но у могилы встают ребята. Встают солдаты, ровняя строй, и залп за залпом в честь их комбата. Комбата – солнце, комбат – герой. Юлия Ченская из 19-й школы за выразительное чтение стихотворения была признана победительницей конкурса. Судьба героя, он был еще молод, но еще жизнь только начиналась, и вот граната упала в окоп, и чтобы спасти солдат, которые были рядом, он накрыл собой эту гранату. И ребята стали живы, но он, к сожалению, погиб. Инна Бочарова из 19-й школы прочитала собственное стихотворение «Мой брат», посвященное доброму поступку собственного брата. Она победила в авторской номинации. Стихотворение, да, это основано на реальных событиях. В 9 лет мой брат шел в школу и вот так увидел человека на земле, помог ему. Соответственно, в школу, конечно, не пошел и никому об этом не рассказывал. И потом, когда об этом узнали, конечно, им гордились. Я тоже им, конечно, гордилась. На этом муниципальный конкурс «Свободный микрофон» не завершится. Будут еще новые встречи, будут интересные темы. Одаренным ребятам предоставлены все возможности, чтобы заявить о себе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».